Мамсин, есть минутка? Есть. О Петре Львовиче хочешь поговорить? Он вчера просто вне себя был от твоего безответственного поведения особенно. Прости, Мамзин. Он со мной разговаривал как с дурочкой какой-то. Я сидела на этом сеансе и знала каждое его следующее слово. Вот каждое. Мне кажется, ты зря его в какие-то святые Фрейды записала. Знаешь, я из всех святых уважаю только мать Терезу за жесткость. У нее пациенты даже пикнуть не могли, сразу выздоравливали. Обещаю, исправлюсь. Ой, Сашок, я тоже умею врать. Но стараюсь от этого воздерживаться. Короче, говори, зачем пришла, дел по горло. Хочу подробности про Быстрова, все. Так, значит, с картиной избиения мне вроде все ясно. Сначала сзади так вдарили, что он просто лбом влетел в стенку. И от этого сознание потерял, да? Да. Но знаешь, нападавшего это, видимо, только завело. Стал уродовать, как бог черепаху. Отбиты все. Селезенка, печень, ребра сломаны. Угу. А вот это вот что? Тут моя головная боль. Я не знаю, что это такое. А, да, еще Никита нарыл там на куртке Быстрова следы собачьих зубов и шерсть. Ну, это понятно. Его какой-то собачник нашел. Да. О, время. Пошли на совещание юбки протирать. Ой. Добрых слов я вам не говорил давно. Но тут особый случай. Александра, от лица всего коллектива, от себя лично, объявляю тебе благодарность. Такой нестандартный допрос пострадавшего обеспечил нам мощный сдвиг в расследовании. И ложка дегтя в наш компот. Теперь убирать за собой будете сами. Все, пока не найдем новую уборщицу. Ну все, давайте, у кого чего нового, докладывайте. А ты садись, проходи. Ну, вот, Ян Белецкий. Бывший жених Алены из Глухова. Мастер, как сейчас модно говорить, кемпа. По-простому, восточник единоборств. Мог легко уделать Быстрова на почве ревности. Макар, а какие конкретно боевые искусства? Случайно не с помощью деревянных палок? Будзюцу, кажется. Не знаю. Ну, могу узнать на допросе. А тебе зачем? Да вопросище там у меня один подвис. Про следы на теле. А кто-нибудь узнавал Белецкий? Он вообще в Калинов-то въезжал? А я вот как раз хотел камеры проверить. Проверит он. Зара, посмотришь? Хорошо. Я как раз вчера свой процессор проапгрейдила. Отлично. И с контактами Быстрова разобралась? Да. Есть у него ученица, Лида Васильева. Девочка из очень простой семьи. Мама работает в школьной столовке, поэтому ее взяли туда бесплатно. А вот папа ее, там просто клейма негде ставить, Семен Васильев. Из полицейских сводок просто не вылазит. Так вот, Быстров ей зачем-то названивал на прошлой неделе. Слушайте, так тут и так и фамилия на «В». Ну, вот, Зарочка, молодец, кое-что. И, Александра, тебе дополнительное спасибо. Подходит полностью под профиль. Подходит-то подходит. Только вы мне скажите, с Белецким-то что делать? Мы его работаем вообще или что? Так, капитан, ты иду сейчас к Васильеву, пока вот Зара камера проверяет. А Александра составит компанию. Да, Александр? Добрый день. Капитан Гриневич, Следственный комитет. Здрасте. Скажите, а гражданин Василий здесь проживает? Да. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, проходите. О, гражданин Васильев. Ну? Какие у вас интересные руки. Опять дебош? Опять их разыскивает полиция? А вы, собственно, кто такой?
И что делать в моем доме? Следственный комитет. Я не понял, вопрос плохо слышно. С руками, говорю, что? Упал, очнулся, гипс. Устраивает? Ух ты. Кино любишь? Ага, очень. Ну, тогда скажи мне, что и где смотрел в среду вечером? Да что вы, что вы. Он домой пришел в 4, пообедал. Потом телевизор смотрел до ночи. Не ври. Че ты опять его защищаешь? Он же тебя все равно потом изобьет. Ну, стрясни отсюда, мелочка сапуза! Присядьте, гражданин Васильев. Змея малолетняя. Сяв мать свою. Так, Лидочка, не бойся. Не слушай. Ты скажи мне, как все было? Подробно, по порядку. Мы с мамой уже спать ложились. Тут он опять пьяный пришел. Уже 12 было, и он на нас с кулаками накинулся и маму избил. Да врет она все, она у меня. Я сказал, сядь! Ну вот, ну посмотрите вы! Гражданин Васильев, вы задержаны по подозрению в умышленном причинении вреда здоровья. Повлечь на смерть потерпевшего Константина Быстрова, чего? Учителя вашей дочери. Ну, Лидка, вернусь, я тебе устрою каникулы. Пошли! Ну, больно же! Да говорю же тебе, начальник, не трогай этого учителя. Хотя давно надо было, чтоб не лез в семью нашу без спроса. Давай. Макар, езжай. Я сама в отделение доберусь. Да что же теперь будет? Семён нас просто убьет. Мам, если ты так и будешь его выгораживать, я к бабушке жить уйду. Я так больше не могу. Лидочка, принеси нам, пожалуйста, пару листов бумаги и ручку. Нету у тебя ничего на меня, начальник. Нету и быть не может. Ничего ты не докажешь. Вся пивная видела, как мы с пацанами грудью за Россию бились. По телевизору что говорит? А? Враги кругом. Ты что, убедился? Все, давай, кончай беспредел, начальник. Давай, давай. Снимай браслеты с невинного человека. Давай, 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 давай. Рановато отпускать вас, гражданин Васильев. 116-я УК РФ по вам плачет. Чего? А то жена заявление о систематических избиениях написала. А еще Дарья Степановна на развод подала. Спокойно! Вы не волнуйтесь, Семен. Я уже их отвезла в больницу. Там сейчас зафиксируют побои для суда. Вернусь, обеих убью. Да, годика через 3. Да еще неизвестно, вернешься ли с таким-то характером. Ну и где тут порядочный человек, готовый многое для меня сделать? Что за идиотское сообщение ты мне прислал? Ты в Москву вообще не собираешься? Слушай, что, все должно вокруг тебя только крутиться? Ты, наверное, забыла, зачем я здесь? Я считаю, ты и сама прекрасно справишься. Владюш, ты же знаешь, как я не люблю хаос. Это такой важный день для меня. А с тобой я уверена в результате. Ну, прошу ты тебя, всего один денек со мной провести. Ну, неужели это так трудно? Садись в машину.
Ну, просто высший класс. Александр, как тебя там по батюшке? Дмитриевна. Александра Дмитриевна, я покорен вашим умением работать с людьми. Как ты получила эти бумаги у Васильевой? Да это Лидочке надо спасибо сказать. Не девчонка, а кремень. Ни единого шанса маме не оставила. Заставила ее закончить весь этот ужас. Вообще блеск. Грин, ты сейчас умрешь. Белецкий засветился на выезде из Глухова. Опа! Ой, Филатова! Ой, красотка! Порадовала так порадовала. Александра Дмитриевна, посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, посмотрите. И кто это мне Белецкого выгораживал? А можно максимально увеличить картинку? У меня тут не телескоп Хаббл. Пожалуйста. Ладно, вот максимум. Ну, там сидит кто-то на заднем сиденье. Ну, я говорю, он непрост. Он сам-то, может, и не дрался. Востоковед недоделанный. А дружка себе какого-нибудь небрезгливого нанял. А в Калинове как-то можно его отследить? Можем, но к нам он не въезжал, я уже проверила. Слушай, у нас столько козьих троп. Можно незаметно въехать. А смысл ему в Глухов под камеры выезжать? Ты уж определись, нормальная дорога или тропы. Мне кажется, это край шляпы. А что, если не зацикливаться на драке, предположить, что Белецкий просто решил прогуляться с девушкой? Есть здесь какие-то такие местечки для парочек? Нет, ну, есть один. Мотельчик небольшой, на трассе. Чистенький, кухня недорогая. Друзья рассказывали. Да-да. А почему он нам об этом ничего не рассказал? Ну, не знаю. Может быть, он порядочный, а девушка, например, замужняя. Не захотел впутывать? Макар, съезди, пожалуйста, по известному адресочку, а? Возьми с собой фотографию Белецкого, покажи на ресепшене, вдруг узнают. Слышал, да? Макар, съезди, пожалуйста. Конечно. Бешеные собаки и 7 верст, не крюк. Ну, пожалуйста. Ну, конечно, съезжу. Зар, фотографию мне скинь. Спасибо. А мне, пожалуйста, скинь, если тебе не трудно, адрес Дмитрия Воробьева. У меня что-то никак по полочкам не раскладывается. Отправлю. Спасибо. Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Да можно просто Дмитрий, давайте без церемоний. Хорошо. Мы с вами, когда первый раз встречались, я как-то растерялась немного и больше на Алене сконцентрировалась. Не расспросила вас о Константине совсем. Джеки, ко мне, ко мне. Расскажите, пожалуйста, как он жил, чем интересовался? Да вы же понимаете, Калинов не город контрастов. Жизнь достаточно однообразная, но Костя умудрялся раскрасить ее своими увлечениями. Физикой, искусством, полумарафон вот бегал. А враги у него какие-нибудь были? Или недоброжелатели? Джеки, Джеки, ко мне! Ну что вы, какие недоброжелатели у простого учителя, да еще и в Калинове. Мало ли, месть, наследство, старые любовные связи. Джеки, ко мне, ко мне. Я почти уверен, что ничего похожего не было. Если бы у Кости были враги, он не стал бы от меня скрывать. Спасибо. Джеки, всем хороши ретриверы. Ко мне, ко мне, ко мне, Джеки, Джеки, Джеки. Ну вот кроме вездесущей шерсти, конечно. Да, это пустяки. Зато они добряки и веселые. Ну да, лучше няньки не найти. Саша, вы простите, если мы все обсудили, я бы откланялся. Мне еще к сестре в больницу. Да, да, конечно. А что-то серьезное? Там что-то по женской части. Всего доброго. До свидания. Джеки, пойдем, 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 пойдем. Давай, давай пристегнемся. В смысле? Я код писал точно по твоему алгоритму. Ну ничего, Максик, получится. Тогда и будешь на кабриолете рассекать.
Привет, Никит, я к тебе. Надеюсь, порадую. Да? Что там у тебя? В общем, я сегодня встречалась с Дмитрием Воробьевым и вспомнила про твой отчет. Ну, с собачьими волосами. Вот. Сняла собственной рукой с куртки. Но, правда, я вообще его не вижу как убийцу. Совершенно не подходит по психотипу. Могу ошибаться? Ошибаться, конечно, можешь, но не должна. Ты же у нас эталонный мэтр. Ладно, завтра анализ будет готов. Спасибо большое. Всем пока. Пока. Дружочек. Да, я знаю, ты меня ждешь. Сейчас пойдем гулять. Подожди. Сейчас, секунду. Вынужден уехать в Москву. Завтра вернусь, скучаю. Вам, мужикам, верить. Себе дороже, дружок. Я знаю, как мы с тобой будем избавляться от тоски. У нас с тобой будет генеральная уборка. Будем избавляться от всего ненужного. Но, конечно, после прогулки. Здравствуйте. Кассандра Александра. О, привет. Что-то я смотрю, ты вообще всю ночь не спал. Не сгореть на работе, Катан Гриневич. Ну да, следственные действия подзатянулись немножечко. Ну, домой успел заехать, душ принять, переодеться. Молодец. Администраторша очень отзывчивая девушка оказалась. Опознала она нашего Янчика с какой-то женщиной в темных очках и с кольцом на пальце. Ну. В общем, ты, как всегда, допортивно права. Белецкий тут ни при чем. О, ребят, привет. 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 Саш, у меня новость. Твой волос, ну, в смысле, волос собаки, идентичен волосу с быстровской куртки. Неужели Воробьев? Слушайте, ребят, я вот подумала. Вообще, они же дружили. Ходили друг к другу в гости. Быстров вообще с этой собакой мог гулять. Ну, права, права. Волос тут вообще ничего не говорит. Если бы зубы на воротнике совпали. Согласен. С воротником нужно разобраться. Так, Грин, мне нужна вот эта собака. Да мотив-то какой? Насчет мотивчика я кое-что нашла. Ну и не все там так параллельно получается. Зар, давай, не томи, что там у тебя? Покопалась в цифровых следах Быстрова. Нашла кучу фоток. С Дианой Воробьевой. Он с сестрицей друга зажигал. Да, Алены? Ну, зажигал. И чё? Да ничего. Все плохо. 3 месяца прошло, а у девки сплошная трагедия. И, очевидно, братец в курсе. Так, ну, мотивчик. Мотивчик. Я к Борисику за ордером. Добрый день. Капитан Гриневич. Дмитрий Геннадьевич, у нас орден на обыск вашей квартиры. В связи с открывшимся обстоятельством по делу о нападении смерти Константина Быстрова. Со мной консультант, полицейский, 2 понятых. Боже, как вас много. Что ж, проходите. Правда, я не совсем понимаю, я-то здесь при чем? Ну, это нам предстоит выяснить. Поймите, Дмитрий, нам надо отработать все версии. Хорошо. Понятые, проходим. Пойдем. Вот сюда, пожалуйста. Дмитрий Геннадьевич, где вы были в среду? В вечер нападение на Быстрова. Сначала в школе допоздна, потом пришел домой и застал сестру в плачевном состоянии и повез ее в больницу на скорой. Ну, это мы еще проверим. Нам бы вашу верхнюю одежду осмотреть, если вы не возражаете. Вы имеете в виду ту, что была на мне вечер нападения на Костю, я полагаю? Ну, разумеется. Зачем мне понадобился весь ваш гардероб? Наверное, я вас огорчу, но часть ее я вчера
сдал химчистку. Вот. Ну, химчистка, может, еще не забрали вещички. А мне кажется, что такая своевременная чистоплотность наводит на определенные подозрения. Поверьте, это просто совпадение. Да и зачем мне было избивать Костю? Говоря вашим языком, мотив-то отсутствует. Ну, как же ваша младшая сестра? Поматросил ваш дружок и бросил? Отомстить решили? Ах, вот вы о чем. Ну, во-первых, я никогда не рассматривал драку как способ решения проблемы. А во-вторых, я не смешивал нашу дружбу и их отношения. Я так и сестре сказал. Вы с сестрой живете, да? Да. Вы ее очень любите. Ну, естественно. Вам, наверное, было очень тяжело смотреть, как она мучилась, страдала. А вот это, извините, уже совсем не ваше дело. Гражданин Воробьев, вы задержаны до выяснения обстоятельств. Собачку тоже нужно будет прихватить. Воробьева буду допрашивать сам. Александр, поможешь, понаблюдаешь? Предъявить нам ему почти нечего. Товарищ полковник, как нечего? Полицейский же доложил, что на одежде были обнаружены обширные пятна крови. Пятна крови? Это только на квитанции. Квитанции записано. Все почистили. Что нам экспертизу сдавать? Это накрахмаленные рубашки, что ли? Степан Ильич, я все-таки настаиваю, что Воробьев не тот человек, который мог бы друга своего до смерти избить. Ну, правда. Типичная ассертивная личность. Совершенно спокоен, не теряет голову, нет никакой агрессии, готов к любым компромиссам. Разрешите? На воротнике Быстрова челюсти Джека. Значит так, вы, зная о том, что Быстров бросил вашу сестру и о ее горе по этому поводу, подкараулили Быстрова в парке и отомстили ему по полной программе. Но чистосердечное признание здесь и сейчас будет учтено судом при вынесении приговора. Вы имеете в виду приговор Франца Кафки? Ощущаю себя в театре абсурда. Повторяю. Я в тот вечер не встречался с Костей. И уж тем более не вступал с ним в драку. Да. А как вы прокомментируете, что на вещах, которые вы сдали в химчистку, были зафиксированы пятна крови, которые, как ни странно, принадлежат вашему другу Константину Быстрову? А зубы вашей милой собачки обнаружены на воротнике его куртки. Что вы скажете по этому поводу? Вы что-то вспомнили, Дмитрий? Я думаю, на сегодня допрос закончен. Прошу, пожалуйста, отведите меня в камеру. Вот столечко. Его не дожали, товарищ полковник. Ничего-ничего. Завтра запоет, как миленький. Не дожал, запоет. Одни косвенные улики у нас с тобой, Макар. Да у него даже алиби нет, товарищ полковник. Я уже проверил. Он скорую своей сестре вызвал только после того, как Быстрова уже избили. И на этом ты собираешься строить обвинение. Соберись, Макар. А ты чего сидишь, молчишь? Степан Ильич, хочу кое-что проверить. Можно я вам потом отвечу? Да? Привет, мамзин. О, привет. А, я к тебе по делу. А, кто бы сомневался? Мне очень нужно узнать, куда госпитализировали Диану Воробьеву. Можешь узнать? Легко. А кто это? Это сестра нашего подозреваемого. Ее вчера по скорой забрали в гинекологию куда-то. Вот, надо понять, куда. Алло. Ну, извини, опять по делу звоню.
К вам по скорой доставили Диану Воробьеву. В каком она отделении? Ничего себе! О. Ну, мерси, целую. До встречи, пока. Ну что там? У Филиппова она. В смысле у Филиппова? Ну, в городскую ее доставили с попыткой суицида. Там откачали, отправили в психиатрическую. Не очень женская получается. Да-да. Рад видеть, Александра. А мне показалось, после нашей последней встречи, что сеанс уже не предвидится. Петр Львович, дело в том, что я не на сеанс. Я к вам как консультант Следственного комитета. Вот как. Могу вас оторвать ненадолго? Ну, если только немного. У меня, знаете ли, минут через 15-20 обход. Уложитесь? Да, конечно. К вам поступила пациентка, некая Диана Воробьева. Да. Дело в том, что ее брата сегодня задержали по подозрению в убийстве, а доказательств нормальных нет. Я очень надеюсь, что она сможет как-то ему помочь и, может быть, прольет свет на эту историю. Хотите с ней поговорить? Если можно. Она к вам с каким диагнозом поступила? Депрессивное состояние на почве отношений. Это был осознанный выход из непереносимой ситуации или просто попытка суицида? Судя по тому, что я наблюдал, девочка настроена весьма серьезно, не думаю, что это показательное выступление. И несмотря на это, вы все равно ставите депрессивное состояние на почве отношений. Несчастная любовь, как нынче выражается молодежь. Когда все это случилось? В среду. Так что, могу я с ней сейчас поговорить? Насколько я понимаю, в данном случае следователь побеждает психиатра. Ну что ж, дело есть дело, вынужден подчиняться. Вы только в моем присутствии договорились? Да, конечно. Ну, как вы, деточка? Как вы себя чувствуете сегодня? Спасибо, лучше. Вот познакомьтесь, это Александра Дмитриевна. Здравствуйте. Известный московский психиатр, она любезно согласилась приехать и помочь вам. Прошу вас, коллега. Яночка, расскажите мне, пожалуйста, что случилось в среду, когда вы попали в больницу? Знаете, у меня с того дня все как в тумане. Голова никак не прояснится. Я только помню, как Костин номер набрала, и все. Потом в реанимации очнулась. А Костя — это кто? Мой любимый человек. Бывший. Мы расстались 3 месяца назад. Вернулся с курсов повышения квалификации и ушел. Как будто ничего не было 2 года. Как будто я никто. Как будто пустое место. Я думаю, на сегодня хватит. Прими таблеточку. Таблеточку, моя хорошая. Таблеточку. Может, это же я на себе сейчас. Нет, эгоистка. Спасибо вам огромное, Петр Львович. А можно еще вопрос? А вы упорная, да? Да. Мне говорили, что вы потрясающий регрессолог. Это правда, не наврали? Надо же, какие добрые языки. А теперь признайтесь, что гипноз вам понадобился только для расследования. Потому что она ничего не помнит. Вряд ли вы уж так печетесь о состоянии моей пациентки, не правда ли? Ну, если честно, да. Уже понятно, что у нее проблемы с
непереносимостью стресса и межличностными реакциями. И я бы на вашем месте не ограничивалась одной только психотерапией и успокоительными. Но помощь мне ваша действительно очень нужна. Просто ошибка обойдется всем слишком дорого. Позвольте вам заметить, миленькая, что совета я у вас не просил. Мы, врачи, как исследователи, не имеем права на ошибку. А впрочем, чем смогу, помогу. Я сообщу вам, когда Диану можно будет погрузить в транс. Привет. Я вернулся. И прежде чем ты что-то скажешь, хочу презентовать тебе шоколадный торт. Я надеюсь, ты его любишь так же, как люблю его я. За это, я надеюсь, я буду прощен и впущен в дом. Ну, с прощением я бы пока не торопилась. Саш, ну у меня правда есть смягчающие обстоятельства. Да? Да. Ну и какие же? Мне правда нужно было срочно уехать. Врать не буду. Но и говорить пока тоже. Я обещаю, я тебе позже все расскажу. Ладно. Не буду осуждать, сама такая же. Выходи. Чаем напою. И заодно обкатаю на тебе один интересный план. Рыбка моя, я тоже скучаю. Но вечером не вариант. Служба. Котеныш, не обижайся. Как только, так сразу. Капитан Гриневич, вас вызывает начальство? Все. Давай, я потом перезвоню. Пора бежать. Труба зовет. Давай, пока-пока. Спасибо. Бери давай камеру, поехали всю больницу. Ты думаешь, нам пора? Ну, на самом деле, Макар, не до шуток. Нам с тобой предстоит эксперимент с очень непредсказуемым финалом. Погнали. До встречи, Ники. Закроем глаза. Дыхание глубокое и ровное. Когда я досчитаю до 5, мы окажемся в парке в среду вечером. И так один. Ты спокойна и видишь только себя. 2. Ты погружаешься в глубокое прошлое. 3. Ты совершенно свободна от эмоций и переживаний. 4. Ты расслаблена, и тебе очень комфортно. И, наконец, 5. Ты там, где должна быть. Я красиво оделась и поспешила в парк. Мне надо было встретиться с Костей. Объяснить ему, что он не прав. Костик! Костик! Я умоляю, не поступай так со мной, Кость. Не бросай меня. Диана, я больше не могу быть человеком, который просто не способен любить никого. Диана, пожалуйста! Нет, я умею. Я люблю тебя, Кость, я люблю тебя. Когда я досчитаю до 3, мы сможем погрузиться еще глубже и вспомнить в подробностях, что произошло тем вечером в парке. 1, 2, 3. Костик, я умоляю. Диана, прекрати меня преследовать. Я встретил женщину, которую полюбил по-настоящему. А она полюбила меня. Все. Я убью тебя! Ей достанется только труп. Какие туфли на ней были надеты в тот вечер? Какие туфли были на тебе надеты в тот вечер в парке? Красные шпильки, конечно. Какие еще? О, тихо, спокойно. Санитары! Палату ем. В порядке? Да, в порядке.
Так, я не понял, это что сейчас было? Это был амок. Тебе повезло стать свидетелем и даже участником. Хорошо, санитары рядом были. А ты раньше не могла предупредить? Прости, я правда не знала. Это просто крайне редкая патология. Она проявляется взрывной агрессией, ну, как компенсаторный механизм, понимаешь? Ага. У нас в детстве говорили, всех на воле хуже динамита. Тебе в больнице управлять вместо Филиппова. Хотя спасибо ему, конечно. А что не так с Филипповым? Он же в транс нормально отправил. Ну, для начала он диагноз неправильно поставил. Он должен был выявить у Дианы сумеречное состояние и сопоставить это с ее страшной депрессией и попыткой суицида, которые являются его постоянными спутниками. Как тебе объяснить? Организм как бы за один раз расходует всю свою энергию и потом просто не может существовать, понимаешь? Она после этого эксперимента с тобой ничего не сделает? По идее, она не должна вообще ничего вспомнить, когда очнется. Я убью тебя! И достанется только труп! Да, Макар, похлеще боев без правил. Хорошо, что у тебя башка крепкая и санитары рядом были. Ага. Теперь пойду, запишусь на курс. Повышение квалификации по самообороне. Только это кино для врачей, а не для суда. Я так понимаю, ты не просто так про туфли спросила? Конечно, Степан Ильич. Я, когда мы на обыске были в квартире Воробьевых, их заметила. Надо поехать, изъять и отдать на экспертизу. Ну как, совпало? Да как я могла не понять, что просто это каблук такой странной формы. Да, старею. Пора смену растить. Зинаида Григорьевна, ну вы уж на себя-то не наговаривайте. Даже с нашей профдеформацией сложно представить, чтобы женщина в туфле на шпильке топтала человека. Ладно, давайте теперь я поработаю, проверю на ДНК. Почему-то все еще надеюсь, что это ошибка. Я вас по-человечески очень хорошо понимаю, но экспертиза подтвердила наличие ДНК Быстрова на шпильках Дианы. Вы ведь и сами все поняли, Дмитрий. Да, еще на допросе. Я просто отказывался верить, что сестра так больна. Это ее кровь была на вашей одежде? Вы пытались ее перевязать, когда она порезала вены? Да. Я тогда в таком шоке был. Боялся, что она у меня на руках умрет. Я ведь о ней с самого детства заботился. И вот не уберег. Дмитрий, вы себя не корите, пожалуйста. Амок — это сумеречное состояние. Это болезнь, причина которой до конца еще не изучена. Хотите, я проведу несколько сеансов психотерапии? Мне кажется, вам это просто необходимо. Спасибо. И да, я боюсь, одному мне действительно не справиться. Спасибо. Так что теперь с Дианой будет, как вы думаете? Экспертиза, суд и лечение в специальной психиатрической клинике. Стоп, ты серьезно? Ты своими глазами видела реальный амок? Вау, круто. Ну, должна тебе сказать, что это не самое веселое зрелище. Да и девочку жалко. Молоденькая совсем. Но все равно для работы это отличный опыт. Это да. Снимаю шляпу. Но... Если честно, когда ты вчера рассказывал свой план, я сомневался в его успехе. А почему ничего не возразил? Ну, просто ты так увлеченно его рассказывала, и ты была так обаятельна в этом рассказе, что я смотрел на тебя и думал совершенно о другом.
притворимся, что нас нет. Привет, это я. Пустишь дом? Вечер добрый. Добрый. Справедливо. Поэтому сразу скажу. Признаю свою ошибку и прошу меня простить. Вот. Да ладно, забыли. Раздевайся. Сейчас бокал тебе принесу. Тем более, что в чем-то ты была права. А вот и нет. Как ты там говоришь? Нужно оперировать фактами, не имеющими двоякого толкования. Так вот, в твоей истории таких фактов нет ни одного. Я всю сеть перерыла. Не поняла. Девочки прыгнули с крыши сами. Это следствие установило. Но статью доведения до самоубийства никто не отменял. Поэтому предлагаю объединить усилия и выяснить правду. Прежде чем мы примем твою помощь, у меня к тебе один вопрос. Почему ты так радикально изменила свое отношение к Александре? Не знаю, рассказывала ли тебе Сандра историю про отморозка по фамилии Васильев. А мне вот Грин рассказал. И я решила, что плохой человек не может поступить так, как поступила она. Ну что? По рукам.